Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс. Мы с вами продолжаем проходить Эндерал, и в прошлой серии мы с вами отправились в далекое путешествие вместе с нашей красоткой. Кстати, она очень замерзла. И на горизонте появилась какая-то деревушка. Ну, я как и говорил, что в этой серии мы туда зайдем и уже будем смотреть, что внутри. А вообще мы двигаемся очень далеко. Черные камни ищем, продолжаем их искать. Так, это что за гадость ходит? Это опять, походу, эти... Да, мы с такими уже сражались. Волками. В прошлый раз, когда зашли в какую-то пещеру, их там было очень много, они умирают, взрываются. Поэтому надо сразу подальше отходить от них. Сейчас взорвется. Убегай. Я же тебе сказал, отбегай. Такая вообще горит, стоит. Непоколебимая. Так, что у нас тут имеется? Что это вообще за... Домик такой интересно. Может быть, здесь какой-нибудь сундучочек есть от старого хозяина. Ну, конечно же, еще и стрелы, причем хорошие. Это вообще замечательно. Ах, прочная кожаная кераса, остальные перчатки. Ну, так себе. Я такой не ношу. Ну, прочная кераса еще, конечно, более-менее. Ну, в самом начале только я мог такое надеть. Сейчас у меня получше одежка. Так, куда мы добрались? Ах, ладовей какой-то. Но, похоже, место заброшенное, раз здесь на входе ходят вот эти вот пламенные. Что? Где субтитры? Подожди, я, по-моему, отключал их, и я сейчас сильно извиняюсь. Да, по-моему, я отключал субтитры, я делал какую-то превьюшку, мне надо было сделать, да, точно. Я забыл вообще про это. Так, это, наверное, в экране где-то, да, общие субтитры, субтитры диалогов, прицел. Я это думаю, что происходит, почему я тебя не понимаю? Я должен понимать, что говоришь. Субтитры, вернитесь. Поздно. А, я, погоди, видишь это? Ты про чё? Что видишь? Еще теплый. Кто-то был тут, причем совсем недавно. Может, охотники? Возможно. Давай будем осторожны. Замок расположен на склоне вон там. Хорошо. Но это не конечная цель, куда мы шли. Мы это идем к замку, да. А она любит как бы заглядывать в тоже в такие местечки. Мы уже заходили в шахту и выполнили квест так ненароком. Убили какого-то волшебника гадкого, которого там колдовал, и убил ее знакомого старого. Кто меня заметил? Прекращай меня замечать. Так, хорошо, там мы все посмотрели, здесь что есть? Открывается? Нет, все заложено камнями какими-то. Так, вот, походу, самое главное здание. Сколько их там? Разных, ужасных. Мне больше не нравится вон та вот огненная, которая элементаль летающая. Вот она с волками, если мы еще, ну, как-то справляемся с ней на пару... А вот те фаербольчиками-то бьют, я знаю, так что, мама родная, из этого огня вообще порой ничего не видно. Куда стрелять, куда метиться. Да и с этими, кстати, тоже не очень-то приятно, когда они сближаются. Вы посмотрите, что творят, а? Да уйди ты! Не приближайся! Засранец такой. Ох ты, блин, еще и в спину дало, а? Взрывной волной. И здесь, да я везде зацепил, где только можно. Надо срочно пожрать. А иначе я умру. Что-нибудь вкусненького. У меня только все испорчено. О, жареная лососина, вот это замечательно. Очень. Что они здесь делают? Кто это такие вообще? Откуда здесь вот это зло находится? Здесь, может быть, есть какой-нибудь тоже темный маг, который всем этим промышляет. Так, вот оно самое главное здание, в которое я сразу же захотел зайти, посмотреть, что здесь имеется. Ну, сундук как минимум. Ух ты! Много всего интересного. Сундук от пирания Ондузи взламывает замок уровня ученик. Водное дыхание, милость, яд паралича, но... Так. Вроде много, но все какое-то бесполезное. Обувь Немезиса. Вот это интересно звучит. Ну-ка, что за Мезис? Немезис. Давайте глянем. Ах, надо сразу же, наверное, сортировку по броне сделать. Самое максимальное, что есть. На мне сейчас надеты...
Ботинки. 17. Это дает 15, но здесь заклинание ментализма затрачивают на 7% меньше маны, заклинание... Ну, короче, это все для магов. Это не для меня. Я магией не пользуюсь, я испокон веков лучник, так уж сложилось. Кстати, столько свитков, может, тут что-нибудь интересное есть? Морозный ветер, но это все на продажу возьму. Свиток огненного шара. Дешевый. Причем красным можно своровать, что очень странно. Кому-то это все принадлежит, значит. Значит, они просто как заброшенный домик. А здесь есть хозяева. Так, откуда мы пришли и куда нам идти? А там все больше и больше этих гадов. Кстати, мы уже походу к замку приближаемся. Так понимаю, вон та вот лестница, наверное, на него, к нему туда и ведет. А что если нанести удар первым? Причем издалека, возможно, критическим уроном. Вот это, вот это по-нашему 2,5. Представляете, он сейчас пока добежит, я его вырублю. Вот так мы умеем, да? В этом весь я. Круто. Я чувствую свое превосходство, когда у меня в руках лук. Ого, она там какие сальто-мортальты делает. Вот это вот она неприятно тем, что она очень сильно петляет. То есть она любит как бы летать туда-сюда, и в нее сложно попасть, но... У меня уже глаз наметан. Как бы она там не петляла, все равно. Кстати, здесь можно и потренироваться. Вот мишеньки, пожалуйста, все для нас, для лучников. Видимо, чтят их здесь. Может быть, их тут много жило в свое время. Или жило, как правильно сказать. Жило, наверное, все-таки. Не, жило это какая-то рудная жила там где-нибудь в коже, да, под кожей жилы. Наверное, жило. Так. Что у нас здесь, интересно? Верстачок, можно что-нибудь потренироваться. Вот в точном колесе, я не помню, что не я мог улучшать или нет. А ну-ка, лук. Необходим стальной клиток. Клиток, говорю, слиток. Ну да. Стального слитка у меня, увы, нет. Меня опять это зажало, дурочка. А вот они любят вот так вот прижиматься. Я не знаю, почему разработчики это не исправят, в конце концов. Неужели так сложно сделать, чтобы они дистанцию соблюдали всегда? Они прям подойдут вплотную к тебе. Причем любят это делать, когда ты в каком-нибудь пространстве в замкнутом. Чтобы потом оттуда вообще не выбраться. Хладовее, хранилище в шахтах. Ну что, пойдем, детка? Узнаем, что там такое произошло-то. Ты куда, Сейра? Это неправильный путь. Не слишком задерживайся, хорошо? Я буду ждать здесь. Слушай, да я не... Осторожнее. Ой-ой-ой. Да я не хотел сюда идти. А чё сразу света пропал? Фу, это ловушка. Нас заманили сюда специально. И сразу же королева пауков. Паучиха самое главное. Да где они? Ни черта не видно вообще. В этой темноте. А, не приближайся ко мне, гадкий. Вонючий паук. Похоже, это все. Надеюсь. А, это твой факел был. Ты его не убирай. Слушай, без факела вообще плохо. Ну, конечно, она машет своим мечом. Ей нужно убирать. Ну, сколько пороха, ух ты. Я не могу повзаимодействовать. Хотя написано, что взаимодействуете. Как бы ничего не происходит. Возможно, я здесь должен прийти по какому-нибудь квесту. Может быть, еще как-то. Когда будет возможность взаимодействовать с ним. Так, ладно, там делать нечего. Совершенно нечего делать. А куда мне все-таки идти-то? Я уж думал, здесь мы как-то будем забираться. Мне показалось, что вообще, что вот эта вот лестница, это оказывается, вот это было какие-то деревяшки. Эта постройка сбоку так выглядит. А, ну, кстати, курсор-то у меня вообще в той стороне, я не в ту сторону пошел. Ну да ладно, зато мы изучили с вами деревушку, и теперь я точно уверен, что здесь ничего не пропустил, ничего интересного. И тем более мы даже сходили в шахту, посмотрели ее обитателей. Обитатели не очень-то приятные, я вам скажу. Пауки это всегда страшно выглядит. На самом деле мохнатые пауки еще не так, но как бы паук да паук такой.
Я больше не люблю, когда они, когда у них много-много-много мелких, тонких-тонких ног. То есть такие прям большие и с кучей тонюсеньких ножек. Они всегда какие-то страшные, у меня аж волосы дыбом встают, когда я вижу подобных. А вот такие вот, просто как бы тарантул, ну, не знаю. Многих даже, наверное, живут такие дома в стеклянных этих аквариумах. А вон и замок, да, мы уже пришли к нему. Опа-на, это кто такой там? Это Мишка. Где-то бежит. Я слышу прям топот. Он, походу, здесь не один. Слушай, может, мы с тобой прокрадемся незаметно к Алие, пойдем? Я не хочу с ним биться, если честно. Зачем мне медведя убивать лишний раз? Грех на душу брать. Мне он ничего плохого не сделал. Только в качестве самообороны, если... Фух, неплохая защита, не так ли? Здесь можно разместить целое поселение. Ну да. Серьезно, башни вон какие огроменные. Это прям как Винтерхолд. Замок Далькаарвар. Такие же сосульки свисают. Что, забуксовало? Где-то волки. Вот они. Волки позорные. Ну не, вот этих-то надо убивать. Потому что мимо них не прокрадешься, я знаю. А что ты оружие убрала? Ты чего, не заметила, что ли? Волки никогда по одному не ходят. Ты что, давно пора привыкнуть, что они только стаями ходят и так же нападают. Одинокий волк, это только так. Фразочка красивая, не более того. В жизни такого не бывает. Вечно сбивается в стаю. Ничего ты дерзкая. Вот это ты валишь. Слушай, я не хочу с тобой ссориться. Давайте, прокачаемся немножко. Ничего она его подняла сильная. Дамочка. Где мои все стрелы? Некоторые в молоко летели, некоторые в цель. Как всегда. Ух ты, тут еще и черепушки лежат какие-то. Ну что, мы добрались с тобой. Давай, разглагольствуй. Закрыто, как и следовало ожидать. Эх, быть может нам попытаться сломать дверь. Я взломчик хороший. Yes, да, но как? Порох мог бы сделать это, если бы он у нас был. Да блин, мы ж только что возле пороха были, но почему я не мог его сперва взять, а потом прийти сюда с ним уже? Теперь меня заставляют идти обратно за тем порохом. Где же столько пороха нам найти? Я такой типа ничего не знаю. Дай подумать. Лодовей был поселен старателей, все-таки я думаю, что я видел какой-то люк около входа в шахту. Если повезет, то это может оказаться складским помещением. Я предлагаю тебе сходить туда и посмотреть. Ох, как это глупо. Как это глупо, да? Скажите ведь. В Скайриме, ну, хотя бы сделано было так, что если ты берешь какой-то квест на, скажем, принос предмета кому-то, то ты можешь его выполнить, то есть с обратной стороны ты можешь сперва взять предмет, и тебе сразу напишется, отнесите его тому-то, тому-то, ну в какой-нибудь деревне или еще куда-нибудь. А можно наоборот, подойти сперва спросить, да, у мужика, он тебе скажет, принеси мне такой-то предмет, и ты пойдешь его искать. То есть ты можешь хоть сперва предмет найти, хоть с мужиком пообщаться насчет этого квеста. В любом случае квест начнется у тебя, и в любом случае он выполнится. Здесь же... Постоять у пороха, потыкать на него, не взять его, а потом узнать, что а он так-то нужен, нужно опять идти к нему. Ну да ладно, бог с ним. Благо хоть недалеко, и представляю, если бы это было где-нибудь вообще там на краю карты другой. Постоять рядом, да, вот так вот посмотреть на него и... Да, квест обновился, теперь он уже четко указывает туда, ну там хотя бы сейчас спокойно. Хотя бы всех пауков перебили, и то радует. Она, кстати, со мной не пошла, она предложила мне сама. Ну, даже это хорошо, что я раньше времени сюда с ней пришел, она мне помогала хотя бы. Если бы я сюда изначально один пришел, мне бы здесь тяжко пришлось, потому что было очень темно, а этих было очень много. Так, принеси бочки к Алие. Ну хорошо, прячься. Давай, взрывай. Вот это круто. Вот это фейерверк. Можно идти. Ну, пойдем. Только сейчас все прогорит здесь. Подожди, подожди. Трусы себе не подожги.
Так, такое великое дело совершил, надо сохраниться. Ну, что за... Да что с тобой происходит? Дыши, Калия, просто дыши. Опять она хотела превратиться в этого. Не жаль, это было неожиданно. Но я думаю, это ответ на вопрос, что случилось со слугами Дальгавара, несчастной бедолаги. Капец, ты контролируй в себе это. Я знаю, насколько она жесткая, она вообще уничтожает за одну секунду. Я с ней не справлюсь, если что, вдруг. А что случилось сейчас? Это было снова оно, не так ли? Как в старом Дольтульграде. Да, я была не готова, вот и все. Но у меня все под контролем, не беспокойся, я обещаю. Надеюсь, ты меня так это не пугай. Кто-то или что-то убило их, и ты действительно думаешь, что за всем этим стоит черный камень? Граф Идеалист, удаленный замок и мощенные артефакты, сгаженные высшими. Это не так уж надумано, не думаешь? Мы не сможем попасть через главные ворота, но там сбоку должен быть вход. Ну что ж, давай осмотримся. Сбоку должен быть вход. Ну давай попробуем, осмотримся. Вон туда, наверное, мне надо будет куда-то. Здесь все завалено, да, действительно. Так, если мы отсюда зашли, а это тогда что за ворота такие? Поисследовать немножко. Может, что-нибудь интересное найдем. Кстати, а может, наоборот, здесь даже заходить надо. Здесь несколько ворот, я вижу уже. И слева, и справа. Че говоришь? Кругом драугры, кстати. Ну, эти тут как-то по-другому называются они. Нежить, в общем. Так, эти двери так себе. Нерабочие. А ты? Кузница. Ну, не знаю, давайте через нее зайдем. Красиво здесь. А атмосферненько. Бешеная крыса. Бей ее. Блин, пока сам не добью. Надеяться на тебя. Полоски кожи. Железная руда. Зелье утреннего воздуха. Да не знаю. Мне, в принципе, это ничего вообще не надо. Ни то, ни сё, ни третье, ни десятое. Хотя можно было бы где-нибудь поварганить что-нибудь так. О, что, откуда нарисовалась? Мышь. Тебе же не было здесь. Ладно, справься с ним. Как ты умеешь. Умеет она очень круто. Красиво, да? Свечение такое вообще. Это от фонаря, наверное, от этого. Нет, нет. Че это светится тогда? Странно. Какой-то источник света. Возможно, это магия. Магия везде. Все и пропитано. Короче, это просто кузница, не более того. Здесь нечего делать, кроме пары крыс. Ну, чуть можно, короче, подготовиться к бойне, поварганить. Даже сундук и тот пустой. Серебряные слитки. А мне нужны были стальные, по-моему. Но, с другой стороны, я же уже пробовал улучшать. Я забыл. Там не получается, нет навыка. Навык должен хотя бы на один быть прокачан. А у меня ремесло там кузнеца вообще ноль. А прокачивать его лень. Потому что все-таки это удел, наверное, тех, кто носит железную броню, куют себе мечи здоровенные. Я-то все-таки такой, в коже, с луком, легкий. Бегаю себе. Эльфской породы, можно сказать. Хотя на самом деле здесь не эльф, а как-то полу какой-то там экринорс, или как их там назвали, я не помню, как расы здесь. Слишком заковыристые названия. Так, справа двери есть. Слева, справа более очевидная. Слева какая-то такая неприметная. Это кухня. Хорошо, может быть, на кухню сперва зайдем. Ну, давайте заглянем, что там внутри. Ого. Что тут внутри? А я знаю, что это такое. Это гадкая вообще тварь. Она очень мощная. Я надеюсь, она за мной сейчас выйдет сюда и Кале здесь поможет. Здесь хотя бы просторней. Калей, ты куда побежала? Куда-то побежала прям сразу же. Представляете, на кухне сейчас сражаться с вот этой гадиной лицом к лицу. Она мне сразу, вон сколько урон какой нанесла. Ну пойдемте, ладно. Сразимся. Была не была. Просто я не понимаю, Калей это зашла или нет. Да ё-моё. Да
Да как я еще промазать умудряюсь? Родовой дух это. Она это зависла, ну, то есть, когда у меня есть свойства же. То есть, как бы замирают цели. Я прокачал его недавно. И видно было, что да, я когда в нее попал, то есть она раз, все, встала и ничего больше не делает. Это очень мне сильно помогает. Есть амброзия, не помню для чего она нужна, но вроде как для того, чтобы снижать магическую лихорадку. Ну, это для магов в основном, для тех, кто любит колдовать, только тогда она лихорадкой-то усиливается. Благо, я не колдун. Башня цельный комплект. Это тяжелая броня. Ладно, тяжелую не буду брать. И тоже, скорее всего, для магов, потому что видно, она светится зеленым каким-то. Магические свойства явно. Так, кухня это такая же, точно такую же, как и кузница. Ничего интересного, ничего хорошего, поэтому выметаемся, идем к Алии. Она отказалась со мной заходить, к сожалению. Пришлось одному сражаться. А может, наоборот, даже лучше. Меня никто не выдавал. Конюшня, ну не знаю, пойдемте в конюшню. Где же главный вход-то? Как пробраться в этот замок? И почему я опять один? Очень странно, она меня на произвол судьбы кидает. Говорит, иди сам. Как хочешь, так и справляйся. Это очень плохо, потому что у нее хотя бы факел есть. Я не хочу доставать его, у меня двуручное оружие, а я не могу так. Постоянно менять. Ух ты! Крутой звук. Мощный такой прям. Там что такое? Там ничего хорошего. Ладно. Посмотрим, что здесь есть. Здесь тоже ничего хорошего. В общем, только из-за одного знака сюда и заходили. Опять не то, что мне нужно. Это, скорее всего, загоны, эти клетки. Можно в них тоже заходить. Ой, прижало что-то меня малость. Откройся. Вот так вот. Заходи, что-нибудь поискай. Ух ты! Мне показалось, что сундук, но это не он. А здесь что-нибудь интересное есть? Грязевая морель. Возьму. Ну что, хоть не зря зашел. Ладно, все, пойдемте отсюда. Going, так это, Саира, это неправильный путь. Long, right? В смысле неправильный? Я ищу вход, блин, в замок, а ты говоришь неправильный. Хочешь, ты поищи его. На меня все свалило. Как хочешь, так и попадай внутрь. Везде все завалено, везде просто обычные помещения. Как нам зайти, Калия, внутрь? С какой стороны? Может, здесь зайдем где-нибудь? Не, это очень вряд ли. Прям очень. В таких закоулках, но не может быть. Да, замок большой, конечно. Большой, неприступный. Может, здесь какие-нибудь ворота я пропустил? Может, я просто чуть не заметил. Вот он, завал этот. Нам как-то надо пройти его. Надо было больше пороха брать с собой. Еще бочки сейчас бы заложили и все, и бахнули бы. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь предположения? Yes. Я даже не знаю, тут ничего такого нет. Тут есть только о ней пообщаться. Ну, о ней мы уже и так спрашивали много, достаточно. Если что, можно будет потом еще поспрашивать, конечно, но не думаю, что сейчас. Так, это самое первое место. Ух ты, а сверху это что там, не лестница ли? Нет, это просто камни. Сейчас не лучшее время. Сейчас надо искать, как зайти внутрь. О, необходим ключ. Вот, тоже интересно. Выглядит обнадеживающе, если ты меня спросишь. Но она заперта, разве нет? Ага, похоже, нам надо отыскать ключ. Кто бы мог подумать, что... Мы должны начать с трупов. Я думаю, там. Должен же кто-то быть. Что насчет брата Ярбора? Отказал, так же, как и другие. Возможно, если вы просто объясните им, для чего нам нужны эти... Я не буду оправдываться перед этими дураками. Если бы у них была хоть купе порядочности, они увидели бы, в каком долгу находятся. Но как им угодно. И есть другие способы. Скажи другим слугам, что я не хочу, чтобы меня беспокоили этим вечером. И принеси мне новый бальзам. Бальзам. Конечно, мастер.
Благословляю ваш путь. Должен быть кто-то с ключом. Ты в порядке, Сейра? Думаю, мне только что случилось видеть Дали Галара и его воспоминания. Погоди, ты имеешь в виду видение? Но как? Я думала, что все, что ты видишь, относится к пирийской эпохе. Я тоже, но это был он совершенно точно, и он разговаривал с женщиной и каким-то учеником, наверное. Кажется, что апотекарии перестали поставлять ему свежие тела. Это объясняет, почему он нанял так много охотников из поселения. Но для чего же ему понадобились эти трупы? Ангел? Неважно. Давай обыщем эти тела в поисках ключа. Погоди. Что это? Ты о чем опять? Да уйди ты, диалог. Они все встают. И вот это заруба намечается. Пробужденный слуга. Ух ты, вот это у нас вообще сейчас будет веселье. Ну ладно, она на себя будет хотя бы стягивать, а мы будем здесь так чисто их выносить. Просто в кучу стреляй да стреляй. Они только будут падать. Вот так, один, второй, сейчас всех перебьем. Нифига себе, говорит, обыщи тела. Нормально вообще. Я и помнил, что вроде бы эти тела, но они даже как бы лежали как просто. То есть нельзя было даже там взаимодействовать с ними никак, абсолютно. Я думал, как их буду обыскивать. А вот все сразу же прояснилось. Все? Да вроде бы все. Кале, ты с кем там еще бьешься? А, еще не все, еще лучник издалека тоже, как я, также стоит. Подстреливает. А теперь точно все. Похоже, твое видение вызвано этим. Я бы сказала, что теперь мы должны быть готовы к сопротивлению. Давай, нужно отыскать этот ключ. Я не хочу смотреть на это дальше, чем необходимо. Ну давай, отыщем. Подожди. Мне нужно обыскивать, наверное, вот этих же. А, хотя нам пометили. Ну ладно, не надо все подряд, значит, рыскать. А он просто так лежит. Он у тебя? Давай войдем внутрь. Да с радостью. Я только за. Найдите боковой вход и следуйте замок в поисках подсказок. Ну хорошо. Ух ты. Хорошо, давай посмотрим, сможем ли мы пройти в главный зал. Там будет видно. Как здесь грандиозно. Сколько пространства-то. Что здесь? Что за комнатка? Пустой сундук. Можно поспать, силу набраться. Ну не знаю, я в таком месте бы не стал спать, наверное. Хотя так, ради экстрима. Не знаю, какие бы мне сны, конечно, тут снились. Ого, картины даже какие. Кругом тела, причем они могут вставать в любой момент. Спишь, спишь, тут раз трупак рядом с тобой встает и тебя закалывает. Все пустое вообще. Сундуки пустые, шкатулки пустые, в конце концов. Даже пергаменты и те пустые, даже прочесть нечего. Вот так вот и исследуй, называются эти замки. Даже посмотреть не на что. Так. Че это? Опа-на. Враги, приготовься. Да я-то уже готов, это ты приготовься, что-то игра зафризила. Аж не по себе стало. Я ему сейчас задницу все прострелю. Я вообще не думал, что там справа помещение есть такое. Прислуги, на вас есть мои стрелы. Дайте сюда их. Стальной меч. Ага, нам туда как-то надо. Наверное. Сосульки сможешь сбить? А, там есть лестница, мы, наверное, обойдем. Я видел, там лестница нормальная. Сейчас, наверное, как-то надо стороной все это пройти. Сделать небольшой зигзаг. Либо снизу, либо сверху. Одно из двух. Можно сверху спрыгнуть там, если что, вдруг. Угу. Ты что, меня заметил уже, что ли? Не, ну мне нравится, когда я не один путешествую, а когда мы вот так вот ходим с кем-то, с напарником. Всегда приятнее гораздо сражаться, ты знаешь, что есть тот, кто будет танковать, а ты просто себе стреляй да стреляй. Это очень всегда хорошо.
практично и замечательно. Все светится. Опять бумага пустая. Ух ты, 20 стрел. Причем рунных, которыми я как раз пользуюсь, именно они. Да, вот оно, то самое помещение, которое я смотрел вот отсюда, через эти сосульки. А вот и дверь, которая нам нужна. Ну пойдемте, главный зал. Ты откуда здесь взялся? Я думал, это Кале там размахивает ее руки, а это гад этот. Ага. То самое место, походу, ради которого мы сюда и шли. А, нет, это на дверь показывает. Я думал, на ангела. Я думал, с ним сейчас что-нибудь будем делать. Библиотека. Вне зависимости от того, как сильно вы тянете, ворота не подаются. Ну что, Кале, у нас тут загадка. Должны решать. Ты где? Может, подсвечник дернуть какой-нибудь? Куда колея делась, интересно? Здесь, может быть, есть рычаги какие-нибудь. Один... Ух ты, тут лестница, что ли? Я ни черта вообще не вижу. Комната исследований. Я не хочу в нее заходить. Мне надо вернуться к колее с рычником. Непонятно. Так, давайте, в общем, на этом закончим сегодняшнюю серию, наверное. Ну, а продолжим уже, когда я найду Калию, наконец, уже, может быть, немножко порешаю эту загадку, пойму, как туда проходить. Ну, а там уже будем смотреть, что внутри, ради чего мы так сюда далеко шли. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!